11 марта 1945 года в Венгрии, северо-восточнее и восточнее озера Балатон, наши войска вели бои, отбивая атаки крупных сил танков и пехоты противника. На 10 марта в этом районе огнем нашей артиллерии уничтожено 95 немецких танков, и кроме этого подбито и подорвалось на минных полях 57 танков противника. За день боев уничтожено свыше 2000 немецких солдат и офицеров. Войска 2-го Белорусского фронта продолжали успешное наступление на Данцигском направлении. Наши подвижные соединения и пехота, переправившись через канал Бренкенхоф, устремились на север. Противник сосредоточил в районе города Лаба крупные силы и пытался удержать в своих руках этот важный опорный пункт, расположенный на побережье Балтийского моря. Советские части отразили ряд контратак, а затем нанесли немцам мощный удар и овладели городом Лева.